Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Let's play. Well, let's see the result. Ничего не угадал. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit and you have 3 lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Lots of luck to you. Завершите название фильма Стивена Спилберга «Юрского периода». Парк. Well done, that's the right answer. You've got 100. You've had no problems so far. Какой национальности все люди, побывавшие на Луне? Американцы. That's the correct answer. Well done. You might as well play it. Here it is. Но американец – это скорее гражданство. А при чем тут национальность? Как звали политика и проповедника Джексона, бывшего члена поп-группы? You've still got phone a friend. Звонок другу. Are you sure you want to use the phone a friend lifeline? Let's see what they come up with. Mm-hmm. Hmm. Ah. Mm. Oh. Your friend has gone for D. Джесси. Друг говорит Джесси. Ну, поверим. Hmm. That's the right answer. Congratulations. Ну, Джесси, это вроде как... You might as well play this. Женское. В каком комедийном фильме 2009 года снялся Саша Барон Коэн? Блин, сразу подсказки. Are you sure you want to use the 50-50 lifeline? Давай. Computer, take away 2 wrong answers and leave the right answer and one other wrong answer. Считалочку применим. Так. Наверное, Бруно. Hmm. That's the right answer. This is the last point that you could win nothing at all. И одна подсказка осталась. Флаг какого цвета ассоциируется с коммунизмом? Конечно, красный. Mm-hmm. That's the right answer.
You may as well take a look at the next question. You can't lose anything. Кто собирает коллекцию приданного? Невеста. That's the correct answer. Well played. Take as long as you need. Think about it. Какой стране раньше принадлежало плато Кентербери? Кения, ЮАР, Новая Зеландия, Канада. Придется взять помощь зала, а дальше идти по наитию. Are you sure you want to use the Ask the Audience lifeline? Да. Audience, what do you think is the correct answer? All vote now. Голосуйте. The most popular answer is D. Считают Новая Зеландия. Согласимся с залом. Не будем отрываться от коллектива. Ooh. That's the correct answer. Well done. That's fantastic. Да, фантастик. Подсказок не осталось. Take your time on this one. You clearly do not have to play this question. Какой национальности Лукас Гловер, победитель открытого чемпионата США в 2009 году? Пусть будет американец. That's the right answer. We got there. Take your time. Опять национальность американец. Have a look at it. Но это ж не национальность. Какой режиссер, получивший 2 Оскара за фильм «Из Африки», умер в мае 2008 года? Так, Сидни Поллок, Энтони Мингела. You've used all your lifelines. Robert Altman. Но из всех перечисленных, чисто я так слышал Фио Поллока. Я его и выберу. А там будь что будет. Нет, да? Точно. Well done, that's the right answer. Ты смотри. That's fantastic. Это фантастика. Иду без подсказок на пролом. Take your time on this one. Ты куда торопишься? You don't have to play this. Вокруг какой планеты были обнаружены кольца в масть в марте 1977 года? Так, Юпитер, Уран, Венера, Нептун. Но кольца вокруг кого? It's up to you. Нептун или Юпитер? Юпитер. Неправильно. Unfortunately, that's the wrong answer. Вокруг the right answer was B. Ну, попробуем запомнить.
так сказать, будем расти над собой до следующих встреч. Пока-пока.